Подарить праздник знаний всем детям – цель акции «Собери ребенка в школу». Сегодня депутат Государственной Думы России Алена Аршинова и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев навестили юных пациентов центра. Давай начнем. Вот с этого подарка. Поддержишься, да, Сашечка? Смотри. Это моя любимая русалочка. А еще шахматы и книжка про космос. Набор настоящего школьника. Я уже не спала, ждала подарки. Думаю, когда подарки принесут. В этом центре лечатся ребята со всей России. Многим операцию сделали сегодня. В том числе и Лене Топтыгину. Один из подарков пришелся как раз кстати. Шахматы. Я не знаю, ты играешь или нет, но... Да, умею. Умеешь? Ничего себе, откуда? И разряд есть уже? Третий юношеский. Уже третий юношеский разряд. Даже находясь в больнице, ребята почувствовали атмосферу особенного для них дня. Родители за них очень переживают и, конечно, расстраиваются из-за того, что их ребенок сегодня в этот день не видит праздника. Поэтому захотелось создать такой небольшой праздник, уделить внимание детям и пожелать им скорейшего выздоровления. Конечно же, во время учебного года не хотелось бы, чтобы дети сильно отставали от учебной программы. Поэтому максимально проводим реабилитационные мероприятия.